Одинцовские депутаты-единороссы в рамках проекта «Культура малой родины» посетили Зареченскую школу искусств. Вместе с руководителем территориального управления они проверили работу отопительной системы школы после устранения технологической аварии на инженерных сетях. Зареченская школа искусств является флагманской школой округа и занимает 11 место среди 186 детских музыкальных школ Московской области. Сегодня здесь обучаются 259 человек, коллектив учреждения насчитывает 45 специалистов.